что можно сказать по этой ножке? Обувь неправильная. Видно? А где это видно? Мозоль. Да. Мозоль, и если... Расслабьте ножку. Если вы посмотрите, видите, у нее плоскостопие прям вот выпуклая часть, видите? Что если бы было все правильно, у нее был бы вот такой вот вид. Вот. Уже здесь натоптался. Видите, мозоль есть? Угу. Его нужно высверливать. И мозолик... Оттягиваем кожу, чтобы у нас натяжка кожи была. И работаем по рисунку кожи. Угу. Видите, здесь та же ситуация. Чуть ножку клиента развернули, оттянули кожу и аккуратнее. И начинаем прорабатывать вот эту зону, где у нас натоптыш.